Советских автомобилей на дорогах становится все больше, в том числе и тюнинговых в стиле лоурайд, которые мы увидели на фестивале Custom Convention. Такие родные и одновременно такие чужие. Вот ГАЗ-24. Шейвинг, то есть удаление лишних элементов в подкапотном пространстве и на кузове. Маленькие колеса, экстремально низкая подвеска. На модификацию ушел год. Еще одна «Волга» — главный экспонат. Мотор V8 4.7. Пневмоподвеска, 35 слоев краски, максимальная скорость 200 км в час. Без иностранцев здесь тоже не обошлось, и на них кастом-умельцы оттачивают свое мастерство. Но все же делают ставку на национальный колорит. Изменить, не изменяя себе. Поменять мотор, подвеску, колеса. Но внутри сохранить свою аутентичность. Знаменитый Toyota Mark II, модный 87-м велюр и кружевные чехлы, дабы не испачкать обивку. Немецкие автомобили предсказуемо сдержаны и практичны. А этот Cadillac мастера вовсе не меняли. Ничего не модифицировалось, производился только штатный ремонт. Машина полностью в оригинальном состоянии. Никаких доработок с ней не производилось. Обратная сторона кастома – сохранить машину в первозданном виде. Ведь в наше время это и вправду непросто. Помимо автомобилей, фестиваль посетили уникальные мотоциклы и велосипеды. С виду – современный арт-объект. Но на самом деле уехать на нем можно и прокатиться даже по бездорожью. Под занавес участники отправились в кастом-круиз по летней Москве. Колонна уходит вдаль, чтобы поймать волну вдохновения и воплотить самые смелые идеи. Всего через год, к следующему фестивалю.